Чтобы любимый гараж не ушел с молотка, в России вступил в силу закон о гаражной амнистии. С его помощью можно будет без лишних хлопот оформить постройку и землю под ней в собственность. Параллельно идет похожая работа еще над одним проектом, который облегчит оформление прав уже на дачные участки. Обо всем подробнее в следующем материале. Более 3,5 миллионов россиян теперь смогут оформить право собственности на земельные участки. Президент подписал закон о так называемой гаражной амнистии. Она будет действовать до 1 сентября 2026 года. При этом сами гаражи должны быть в государственной или муниципальной собственности и построены до 30 декабря 2004 года. Именно тогда заработал градостроительный кодекс. Важно учитывать, что под закон не подпадают так называемые ракушки, самострои и подземные гаражи в жилых и деловых комплексах. Чтобы оформить землю под гаражом в собственность, нужно будет обратиться в органы местного самоуправления с заявлением и документами о владении постройкой. Данный закон поможет тем, кто добровольно выплатил пай в гаражном кооперативе и своевременно вносил плату по счетам за пользование объектом, наконец, узаконить право на гараж. И наоборот, нормативный акт позволит сносить и изымать объекты у недобросовестных владельцев. Кроме того, сейчас разрабатывается законопроект об упрощенном оформлении прав на землю под дачными домами для наследников. Жители Прибайкалья – одни из самых активных пользователей дачной амнистии. Предполагается, что документ позволит сохранить участок как для оформления в собственность, так и для того, чтобы передать его по наследству. Единственное условие – дачный жилой дом должен быть построен до мая 1998 года. Сейчас инициатива вынесена на общественное обсуждение. Олег Федоров, новости по будням.